Привет! 4 февраля 2012 года. Видеоблог. Сегодня праздничный, потому что у меня день рождения, потому что мы празднуем, потому что куча гостей, куча тостов, куча поздравлений. И этот видеоблог не про меня, а точнее про меня, но не от меня. Потому что у меня в гостях мои любимые друзья. Поэтому я приглашаю в эту студию Артемия Юрьевича, Кентик. Здравствуйте. Привет. Всем привет. Привет, пожалуйста. У нас в этом году, точнее, первый раз в нашем видеоблоге, пожалуйста. Кстати, да. Меня раньше не приглашали. Я думал, почему. Я просто аполитичен. У вас, в принципе, блоги такие с политическим подтекстом. Я по закону аполитичен, не могу рассуждать на такие темы. Но сегодня повод мой. Сегодня другой, поэтому мы сегодня пустили сюда. Сегодня такой повод. Сегодня нюха у кента. Давай, потому что у нас много гостей в этом зале. И давай быстренько пару слов. Да, вот сюда вот смотри, вот в первую камеру смотри. Пару слов. Блин, даже как-то сто умных мыслей людей, да, мужчин. Ну, тебе можешь накатить? Давайте накатим. Вот, я и скажу одновременно. Накатим и скажу. Ген, что тебе пожелать? Меня больше нет. Процветание? Ну, ты и так процветаешь. Ну, столько посетителей, сколько у тебя... На форуме, на блоге тоже, не у кого. Чего-то такого, взрыва такого, чтобы вот у тебя было, чтобы в жизни такое, чтобы только... Рассуждение, прийти к конкретным действиям. Давай такое. Быстрее, у меня рука болит, держать нас от аппарата гребаными. Да, кстати, у нас как... Поддержка. Оператор. У нас качок есть. Вот. Взрыва такого, чтобы... Всех порвать, на другой уровень. Ну, хватит уже сидеть в этих видеоблогах, которые смотрят там всякие люди, которые потом матюкаются, там, оценивают, не оценивают. Да чё я? Ты ж матюкаешься мне все время. Ну, я два раза, может быть, матюкнулся и все. Ну, давай быстрее, камера-то не это. Не вечная. Блин, следующий, гости. Короче, Кен, да. С днем рождения тебя. Похер все, эти все политические мотивы, дороги, там, хирурги, всякое бы. С днем рождения. Все тебе хорошего, как говорят у нас в тюрьме. Фарту, мантия, верных друзей и не выключайте. И светлого неба над головой. Не переключайтесь, мы продолжаем это. И у нас в гостях будет. Все, вернулся. Это сейчас не пукает, это просто такая... Спасибо, мы... Ответьте, пожалуйста, потому что я видеоблог пишу. Рапорт на дроби.